А в планах это весь периметр участка посадить сосны шагом 50 сантиметров, высотой где-то по колено сантиметров 80. Так сказать, сделать живой забор. Не хочется заборов из профнастила, пока тем более на участке не в планах строить, ничего здесь нету пока в планах. Но тем не менее, границу участка нужно обозначить. Вот хочу их сделать живым забором. Будем испытывать здесь технику, садить картошку, косить траву. Короче, всю навеску именно на этом участке. А природа здесь, конечно, обалденная. Вот такая красота. И река течет. Огненно. Огненно. А здесь такое поле. Можно в футбол играть, гонять. Ворота большие поставим. Здесь у нас елочки растут. Кстати, там выход в лес, и выезжаешь в Болтачево, в соседнюю деревню. Кстати, раньше дети оттуда приходили сюда учиться. Обалдеть. Ну, деревня, конечно, очень древняя и очень старая. Тут, кстати, было вот там было охотоведство. Всегда жил лесник. И охотники приезжали, потому что места здесь охотничьи угодья очень классные. А так, сейчас, в данный момент, здесь живут порядка, наверное, 20 домов, может, 30 максимум. Но в основном все люди предпенсионного возраста, но, тем не менее, все равно молодежь, я думаю, в скором времени подтянется, потому что места здесь знатные. Земля здесь уже стоит, и ничего на ней не посажено уже порядка, наверное, 10-15 лет, а земля здесь хорошая, плодородная, он прямо голимый чернозем, особенно вот там, где баня, очень много, потому что здесь было пастбище какое-то давным-давно, когда еще эта деревня существовала активно. Кстати, даже в деревне в этой были школы и детский сад. Школа и детский сад. Под конец лета сделал здесь планировку, убрал все кусты, деревья, которые здесь росли, ненужные. Здесь мне достался вот такое вот сооружение. Выглядит как баня, но это был дом, там была печка, которую вот я разобрал. Сейчас посмотрим, что у нас там. О! Блин, не открывается. Расперла дверь, что ли? Или заколотили дверь. Ну, пока в данный момент не могу попасть туда, показать, что там. А, не видно. Кровать стоит. Здесь у нас такое. Вот здесь низинка все-таки. Надо будет сюда земли накидать, выровнять. Вот сразу видно низинка. А так, в принципе, участок ровный. Также в том году там у нас проходит иж. Уложил туда 9 плит бетонных. Срезал немножко берег для того, чтобы можно было туда заезжать в реку. Ну и как пляжную часть немного сделал, потому что там песок голимый, чтобы можно было, если что, отдыхать около реки. Ну и спускать технику без проблем. Потому что уровень ижа колеблется очень сильно. Сейчас, кстати, покажу, насколько он поднялся и как он был. Кстати, в том году ставили столбы, но меня никто не предупредил. В этом году я здесь без света, да и вообще без света. Но написал заявление, должны, дай бог, поставить в этом году столб и поставить счетчик вот сюда. Потому что без электричества уж совсем тускло. Скважина есть, но насос не будет работать без электричества. А поливать нужно урожай, надеюсь. Да уж. Андрей, ты ожидал этого, нет? Нет. Не ожидал, да? Приехали на иж посмотреть, землю проведать, как тут, что. И как оказалось, иж-то поднялся. Нехило причем. Граница, конец этих деревьев. Здесь у нас 20 соток. Такая вот банька. Вот там, где сосны стоят, это край участка. И где-то вот там еще одна точка. Также сделали заезд в реку. Выш. Уложил я там бетонные плиты, чтобы можно было спускать технику. Вот там у нас вот буквально метров 20. И иж. Тут у нас дорога проходит. Конечно, в планах бешеные планы на этот год.
сделать изгородь, что-то здесь посадить, испытать технику. Короче, движуха, активная движуха на этот год. Но, блин, почему бы и нет? Как говорится, начало положено, и задней нету. Так что двигаемся дальше. Поехали.